Приветствую всех зрителей и подписчиков канала Уральская усадьба. Сегодня мы будем монтировать контейнерную площадку. Мы уже примерно разложили все торцы. Перегородка будет, секция КГМ, арка, прогоны, поликарбонат. Ну, все, потихонечку начинаем монтировать. Вот так крепим контейнерную площадку к асфальту. Арматура длиной примерно полметра под разными углами и на сварку. Денис, что, раздуваешь, углишь там, что ли? Краска горит. Собрали полностью каркас, прикрутили прогоны. Торцы предварительно у нас заранее были обшиты профлистом. Все, продолжаем поликарбонат, заднюю стенку потом после поднятия. Закончили монтаж контейнерной площадки. Свалена конструкция с профильной оцинкованной трубы. 20 на 40, 20 на 20 и 40 на 40. В торцах 20 на 40, столбик 40 на 40. Поликарбонат зеленый 4 мм 0,75 плотности. Рабоглаз профлист зеленый в цвет поликарбоната. Габариты контейнерной площадки. Длину она 4,5 метра, две секции под баки по 1,5 метра и 1,5 метра секция крупногабаритного мусора. Ширина ее 1,5 метра, высота 2,40. Уголки обрамления, сзади уголочки. Все красиво. Закреплена конструкция, вбита арматура в асфальт, привалена. Подкрашено в цвет серенький. Все красиво, четко и надежно. Все, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Заказывайте вот такие красивые, качественные, надежные металлоконструкции.